Если Джан Юн здесь, на Наньяне, я должна найти его, пока он не нашел Ван Яньмина. Всем привет, с вами Исханоб Гейминг и игра Assassin's Creed Chronicles, Китай. И в прошлом видео мы убили змея, так его вроде клюкуха была, у этого челика. Так-то довольно проблемный был уровень, мне пришлось два раза его проходить, чтобы... Перепроходить пришлось, чтобы пройти его до конца со всеми дополнительным заданием. Блин, надеюсь, этот уровень будет не таким сложным. Так, Джан Юн намерена убить Ван Яньмина, и Шао Цзюн должна как можно быстрее выбраться из дворца, пересечь мост и добраться до окраины города, чтобы спасти учителя. Здесь мы получим увеличение шкалы Хеликс, ускоренный взлом. Взлом? А что мы будем взламывать? Мы что-то будем взламывать, что ли? И надо уничтожить башню, еще дополнительное задание, да? Ну ладно. Да, кстати, я вот кое-что еще вспомнил. Где бы это только найти? База данных. Так. Play. Нет, это не здесь. Так, погодите, я сейчас выйду в главное меню. Да, вот, я нашел в настройках вот эту фигню. В ланчере у плея увидел там награды или дополнение, или как-то. Что-то там, короче, какие-то награды или что ли. Кажется, награды, да. Там есть возможность взять вот эти вот, приобрести можно было эти вот предметы разные. Так, но это мне не надо, это тоже не надо, это тоже не надо. Вот, я хочу одеть вот эти, посмотреть на них. Ван Яньмина, да. Вот это и вот это. Белый костюм с красной торочкой напоминает одежду легендарного мастера-ассасина Эцио Аудитори. Да, Ференция. Сшит специально для Шао Цзюни. О как. А этот Дао Ван Яньмина. Этот меч принадлежит Ван Яньмину. Прекрасное смертоносное оружие. Дао – широкий одноручный меч, который ассасин может использовать для выполнения заданий любого рода. Давайте вот с ним попробуем победить. Посмотрим, что это такое, я приобрел вообще. И стоило ли оно того. Ну, все, я теперь беленький. Хотя, мне кажется, тот костюмчик был покруче. Ну, ладно, побега пока в этом. Так, мне надо куда? Куда-то вот сюда надо мне, чтобы синхронизироваться. Ну, давай, побежали. А, надо посмотреть, есть тут кто-нибудь. Нет никого. Оба. Вы удерживайте, чтобы разблокировать укрытие. А, погоди. Во. Разблокировать укрытие. Еще есть заблокированное укрытие. Ох ты, как у нас тут все получается. А, меня все равно запалили. Ёпсель, может, надо было прятаться. Ладно, сейчас давайте, убивайте меня, разрешаю. Убивайте. Не буду я с вами воевать. Так, я понял. Надо прятаться в укрытие, надо быстро бегать. Так, давай, открывай, открывай. Прячься, все, спрятались. Ждем, когда они сейчас пробегут, и там бежим в там, прячемся в укрытие. Все, спрятались. Так, надо забрать вот это вот. Блять, опять. Вот так, так, сейчас здесь та же песня! Не успел, зараза, я не успел спрятаться. Меня сейчас спали. Зараза, но я не буду сопротивляться. Нет, не спалили. Это удивительное дело. Блять! Да что ж вы такое делаете-то, а? Какого хрена вообще, я не понял. Не успею. Да как вы мне, блин, пробежать-то мимо вас? Я не пойму вообще. Во. Так. Блин, что тут еще творится? Так, погоди, так, пробежим. Тут посидим. Так, мне надо вот сюда пройти. Да? Или сюда потом. Давайте сначала тогда, раз мы здесь.
Вот это возьмем. Здесь мы вниз не сможем спуститься, значит, поднимаемся наверх и идем дальше. Думаю, как оно тут все было сейчас непросто. Так, поднимаемся. Кстати, вот это нам надо пополнить, нет? Нет, нам не надо пополнить. Так, надо синхронизироваться. Все, мы синхронизировались, давай посмотрим теперь на карту. Для этого надо так вниз спрыгнуть, потом сюда. Здесь больше ничего нам не надо, и туда, на ту сторону попасть надо, да? Угу. Ну, давай так и сделаем. Я, блин, доберитесь до моста. И как я должен мимо них пройти? Вот так вот, наверное. Ну-ка. Погоди, тут же сундук был, мне надо как-то в сундук в этот забраться. И как же я в него заберусь? Я не смогу мимо них пройти сейчас. Блин, я не смогу мимо сейчас мимо них пройти. И как быть тогда? Так, ладно, давай-ка. Ну вот, я типа не спустился, а как я сейчас из стога сена выберусь вон туда? И попаду туда в этот. Нет, я тут вылазить. Если вылазить здесь, то они. А может убить просто их? Поубивать их, все. И вся недолго. Так я и сделаю. Буду я еще сейчас заморачиваться с этими. По крайней мере, загадками всякими. Блин, да кого ты делаешь? Вот так. Сейчас они уйдут, разойдутся снова в разные стороны. Я поубиваю их. Сначала того, потом этого. Все. Так, и труп давай заберем. А то еще запалят нас с этим турпинцем. Так, и давай возьмем тут историю почитаем. Перед тем, как отправиться в путь, Шао Цзюнь решила повидаться со своей лучшей подругой Джан. И с риском для жизни пробралась в запретный город. Она знала эти улицы как свои пять пальцев, но ее бы наверняка казнили. Попадись она страже. К счастью, император Цзянцин не любил жить в запретном городе и нередко отсутствовал, поэтому дворец сохранялся не так тщательно. Шао Цзюнь нашла Джан и с удивлением обнаружила, что ее подруга решила остаться, даже несмотря на то, что новый император был жестоким самодуром. Джан понравилась ему, теперь она императрица-консорт. Она попросила подругу оставить ее в покое и не хотела ничего слышать о том, что тамплиеры контролируют тигров, не говоря уже о человеке, которого хотела видеть своим мужем. Шао Цзюнь смирилась с решением Джан. Она еще помнила, как важна была для нее самой карьера при дворе. После этого Шао Цзюнь покинул запретный город, как ей тогда казалось, навсегда. Mm-hmm. Ну, да, так, я ее понять могу. Так, ладно, это что такое? Река Цзиньцзянь находится в южной части провинции Фуцзянь и протекает через город Нанянь. Ее протяженность составляет 180 километров, а уровень воды может значительно меняться в течение года из-за дождей. Так, а вот эти штуки, я же их вроде все прочитал. Почему они снова открылись? Странные дела творятся. Я их все прочитал, вот эту всю фигню. Уже. Это вот, блин, по-любому все дело из проблемы из-за того, что у меня не облачные сохранения не работают почему-то. Непонятно только почему. Так, теперь с этим надо разобраться. Куда ты пойдешь? Ты меня увидишь тут? Нет, ты меня тут увидеть не должен. Давай я тоже устраним, чтобы проблем не создавал.
Блин, ну сама-то ты зачем прыгнула? Все, давай теперь вниз. Так, вот это нам надо взять? Нет, не надо. Ладно тогда. Все, мы до сюда добрались, значит пойдем туда, на ту сторону. Все, мы на этой стороне почти. А, нет, надо еще тут пробраться, значит. Так, ну давай. Так, ну там мы перешли, а дальше что, куда нам? Эй, здесь нам никак не пройти. А, вот как. Ну ладно. Так, давай на ту сторону перебираемся. Все, мы здесь. Доберитесь до куда-то там. Так, мне надо вот сюда пройти. Вот эту башню, походу, уничтожить. Но сначала надо там будет забрать вот эти вот осколки анимуса. Вот это вот хеликс, вот эту фигню. Это нам тоже, кстати, забрать. Так, перейти через мост. Мост под надежной охраной. Нужно чем-то отвлечь их внимание. Ну, как раз башни мы отвлечем. Их внимание, только надо еще момент подгадать, когда вот этот вот глазастик перестанет смотреть. Все, он перестал смотреть. Так, дальше что? Так, здесь ничего. Давай-ка откроем. Взрывчатка, то, что мне нужно. Мешкать нельзя, или я тоже взлечу на воздух. Погодите, вот с этим вот делом. Я сначала хочу сейчас собрать все осколки. Потом будем уже уничтожать башню. Так, давай этот осколок соберем. Все назад. Теперь давай вверх. Сюда? Нет, сюда не получится. Значит, туда. Так. И вот сюда. И вот это вот заберем. Так, теперь, чтобы ускориться, давайте сначала сейчас спрыгнем тогда здесь. Здесь синхронизироваться не получится, да? Нет, здесь не синхронизируется. Ну ладно, фиг на него. Так, давай теперь вот сейчас можно их взрывать. Только вот что дальше? После взрыва, куда мы? О! Ой, ёпсель, мопсель. Все-таки пришлось сюда идти. Ладно, фиг с вами. Я сейчас взорвусь вместе с этой башней, бля. Давай, запрыгивай, запрыгивай наверх. Я могу и не успеть так-то, если что. Блин, мы тоже удумали, что... Ой, и это тоже горит. Ну, круто вообще. Так, а дальше что? Так. Ну давай, а дальше что, куда мы? Дальше мы выходим. Прекратите безумие. Какое еще безумие? О каком безумии речь? Откройте первую мота. Я не открывал, они сами открылись. Давай так. О! Ну погоди, давай поглядим. По карте. А, мне наверх надо как раз. Опа, палено. Ух ты ж, сука, что я сделал? Давай, давай, давай. Ну, по крайней мере, я его убил. Так, давай сюда вот это возьмем. Теперь вопрос, а зачем я вообще сюда поднялся?
А, это уже открыто все, уже все открыто. Ну ладно. Так, а дальше-то что у нас? Так, надо посмотреть. Он входит у нас, давай. Эй, не получится так, надо вот сюда. Ой, зачем я это сделал? Можно вот тут. Вот так можно. Можно было наверх и не лезть даже. Так, с меня на сундук вот этот, вот эти два осколка забрать. Ой-ой-ой, блядь, запалился. Ну надо же, как оказывается, здесь бывает. Ну, блядь, зараза. Вот так вот. Вот так вот, все тебе. Хана. А, шкала селись полная, мог бы сюда и не лезть даже, оказывается. Да. Так. На эту сторону мне надо перебраться. Вот так вот, все. А вот теперь мне надо понять, как мне наверх подняться, чтобы за сундука сундук получить. Надо подумать. Точнее, надо осмотреться. А, во, как я могу забраться. По этому месту могу забраться. Видите, так, сейчас вот этот дядька, он будет не смотреть. Да, он будет не смотреть. Что ж я вовремя сообразил, что такая вероятность есть. Так, а вот этот тоже... И, блин, их тут двое сразу. Ну, проблема. Ладно, вариантов не вижу других, поэтому ждем, будем устранять его. Одного, по крайней мере, точно. Так. Вот этого тоже убиваю. Все, больше они нам не мешаются. Свиток 12. Тигры были уверены, что они контролируют весь Китай. Они жили в роскошных дворцах и наслаждались обретенной властью. И следующим шагом стало назначение на высокий пост еще одной марионетки. Ян Су стал официальным представителем императора, тогда как Цзан Цзин полностью посвятил себя личным делам. Тигры закончили охоту на ассасинов и занялись поиском древних артефактов, а также укреплением своих позиций в Китае. Я не могу понять смысл вот этих артефактов всяких. Так, ладно, здесь больше ничего нет. Ну, у нас полезно, теперь мне надо сюда. Но Хеликс мне не надо, так что мы не будем трогать. Сюда наверх тогда. Так, а мы сможем вот здесь вот пройти? Вау. Так. Сейчас это обрухнет. Вот так. Кстати, основная задача-то у нас какая? Как бы ее понять? Я, наверное, должен вот это открыть, да? А, нет. Они уже открыты, эти ворота. Ну да. Так, вот эту фиговину мы взяли. Все, теперь надо спускаться вниз как-то. Спускаться мы можем только здесь, да? Так. Нет, тут я не смогу пройти, так что ли? А хотя я могу вот тут пройти. Нет, я тут не могу пройти, походу. Вот. Блин. Блин, блинские. Я думал, можно будет по потолку здесь пройти, но почему-то не получается. А хотя, погоди-ка, ну-ка, вот это вот зачем здесь? Я там не могу перерезать эту веревку, чтобы лодку открыть. Хотя, погоди, я могу тут сделать. Вот так могу.
Вот, и зачем это сделано было? Ага, я могу, значит, сейчас спрыгнуть на нее, так что ли? Да, точно. Так, а зачем мне это надо? Вот так. Вот как можно. Так, что там, следующая задача какая? Доберитесь до города. Это как добраться до туда можно? Вот тут проходить, да? Можно сюда, здесь потом. Ну, здесь еще не надо. Сюда вот пройти, забрать. И наверх. Ну, давай так и сделаем. Нет, надо сюда мне залезть сначала. Вот эти надо восполнить. Ага, а мы туда пройти не можем, что ли, получается? А как мы тогда можем сделать? А, вот тут в этот люк, если спрыгнуть только. Так, вот здесь вот проблем. О, можно среди народа вот этого. Так, и как мы это сделаем? Ну там. Да, мы тут... Ну давай, спрыгивай ты. Так, залазь. И прячемся вот так вот в толпе. Нет, блин, ждем, ладно, я не успел. Ждем, сейчас вот эти вот пройдут тут. И вместе с ними я пойду. Все. Пошли вместе с ними. Так. Во, так, спустимся. Заберем осколок анимуса и назад. Так, а это будет непросто. Мне надо снова вот в этой толпе спрятаться. Мне еще надо будет наверх, походу, да? Да, мне еще наверх надо. Так, убивать лучше не стоит. Ладно, ждемся тогда. Во, так спрятались. Че, ждемся-то, да? Давайте, уходите отсюда, ребятки. Мне надо мимо вас пройти и наверх забраться. Вай-вай, они могут сейчас запалить меня, да? Ой-ой, чуть было не спалился. Так, можно ли его устранить как-то? Так, я его устранил, только зачем я это сделал, не знаю. Я не в курсе, зачем я это сделал, но я это сделал. Так, вот это тоже устраним на всякий случай. Так, давай сюда. И ладно, туда. Все, я добрался до города. А, найдите Ван Янмина. Ну, где же мне его искать-то так? Не, ну сначала мы заберем тут осколок тогда, значит, анимус. Ой, задачка. Так, погоди, дайте понаблюдать за вами. Ну тот там будет стоять, да? Вот этот будет уходить. Когда он уйдет, можно будет попробовать проникнуть в тайник вот тот. Так, и что это зачем-то показывает нам? Вот тут рычаг надо покрутить, да? Ага. То колесо надо покрутить. Блять, я так палюсь. Нет, так дело не пойдет, так что поэтому... Нет, так дело не пойдет, так что все, ждем, когда они меня убьют. Да, что-то это как-то странно тут все происходит, я вам скажу. Очень странно все это. Я думал, он будет просто стоять, но он не стоит.
Так, а если его грохнуть? Так, ну-ка. Вот так вот. Ха! Не знаю, правильно ли сделал, но так пойдет. Так сойдет. Где он там, что у нас? Блин, мне надо вниз все равно в любом случае, чтобы забрать осколок анимуса. Задача. Или забить на этот осколок анимуса. Нет, это лучше не стоит делать. Так. Ай, вниз, вниз. Ну что ты, в чем дело? Вниз-то. Блять, поздняк мне. Слишком долго возился. Почему она сразу вниз-то не спрыгивает? Да. Вот так. Сейчас быстренько открываем. Тупенцию эту берем. Опа. Ага. Идем тогда вообще спрячем его, чтобы он нам не мешал. Вот так. Прячем трупенцу, надо спрятать. Давай, бери его. Прячем. Все. Так, его грохнуть смогу? Нет, не могу здесь грохнуть. Ждем, когда он назад пойдет, там его и убьем. Так, все. Да блин, ты что делаешь? А так труп возьми и убирай его. Все, теперь остается. Так. Теперь мне надо колесо это покрутить. Для этого надо вот этих двоих устранить, чтобы они мне не мешали. Да, это я и сделал. Сейчас этот пойдет, я его сначала грохну. Кто он там у нас? С арбалетом вот этот арбалетчик. Его сначала сейчас грохнем. Так, все. И сразу прячем труп. Так, труп мы спрятали, а дальше что? Ну-ка. Вот этого как можно будет устранить? Только один вариант. Да, постоим, ждем. Ждем здесь. Когда он сейчас придет сюда, потом развернется назад. И я его шмяк. Или когда он вниз смотреть начнет. А где он вниз смотрит? Вот так. Вот так вот его. Давай, заберите труп. Чтоб он мне не мешал. Спрячем его, на всякий случай. Так, все, теперь наверх. Отлично. Вот и личненько. Так, ну здесь там ничего не надо. Так. Это что такое? А. Вон оно как. Так, вот мы где, значит. Так. Мне надо вот сюда. Побежали. Вниз, наверное.
эта штука. Нет. Вот она, наконец. Видишь, девочка, твоя драгоценная шкатулка у меня? Убить ее. Охренеть, меня тут, блин. Стой, стой, хватит бежать туда. Ну, поздняк пытаться. Побежал, давай сейчас спрячемся, подумаем. Так. Я не понял, что это сейчас было? Что, все уже, Ван Яномина убили, что ли? Шкатулку получили, получается. Опоздала, значит, да? Это хреново, мне надо вниз. И вот тут вот задачка такая непростая. Как нам пройти? В принципе, я могу убить вот этого, но... Нет, так не пойдет. О, точняк, ну так и сделаем. Вот так. А трупец мы спрячем, не? Тут-то мы спрятали, а зачем мы это сделали? Так, наверх мне не надо, по-любому. Однозначно, мне наверх не надо. Мне надо вниз. Или может поустранять их всех лишних, чтобы они не появлялись, когда я буду убивать этого. А я не буду его убивать, походу, да, здесь сейчас. Он, походу, уйдет. Я не понял, зачем мне вниз надо? Мне надо вниз. А, убейте солдат. Блин, солдат надо поубивать. Вот как. Мне надо, значит, сначала поубивать всех. Вот моя задача. Я не посмотрел на задачу там свою. А их тут двое, нет, он один. Ой, блядь, я не заметил, что это тут. Блять, я и не заметил. Я от второго-то не заметил. Я его убил вместо того, которого хотел убить на самом деле. Блин, как так? И как быть? Их там двое. Так, сейчас еще тот вылезет. Вот, теперь их трое. Надо не забывать, что тут их трое. Так, ну одного я сейчас убью. А вот и с этими двумя как? Задача. Но их надо убить, по-любому. Так. Так, давай труп сразу спрячем. А, и думаем насчет этого. Хотя, погоди-ка. Вариант-то есть. Вот так. Ага, не выйдет. Такой фокус не удался. Такой фокус не удался. Как быть? Здесь ведь еще зона подкрепления, надо этого не забывать. Блин, как же действовать? А, ну ты сейчас сюда пройдет, я могу попытаться его грохнуть. Не, не могу. Не могу я его грохнуть. И как быть? Задача. Да, это та еще задачка, я смотрю. А, погоди-ка, я совсем дебил. Знаешь, совсем дурак, походу, да? Вот же.
Я могу здесь пройти. Вот так. Хотя нет, это не вариант. Нет, это совсем не вариант. Это надо сначала того устранить. А как я это сделаю? Блин, я панику поднял вот эту. И теперь не знаю, что здесь с ней делать. А что если... Ну-ка, что если делать вот так вот? Так, этот пока там стоит, пусть отвернулся, молодец. Вот этого надо привлечь внимание. Вот так. Ха! Вот так. Блин, долго думал, что-то я. Что-то я уж больно долго думал. Так, думай. Вот теперь надо думать, как вот этих убить. Тут у нас раз, два, три и вот четвертый. Все, как раз будет семь, да? Угу. Ага. Так. Ну, в принципе... Вот этого я могу попробовать сейчас устранить и спрятать быстро. Давай, подбери его, спрячь. Так, быстренько хватаем его. Бежим, 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 бежим. Пока меня он тот не запалил. Откроем на всякий случай вот эту херобурину. Давай посмотрим. Так, теперь вот это мне надо как-то устранить. А кого как-то думать? Сейчас он сюда придет, потом назад пойдет. Когда назад пойдет, то я его догоню быстренько и шмякну. Да, так я и сделаю. Вот так, отлично. И теперь осталось мне еще одного устранить. Солдата. Так, это вот этого. Как бы мне это лучше сделать? Во. Он будет мимо меня проходить по-любому. Он меня сейчас, надеюсь, не заметит? Или заметит? Вот так не должен заметить. Так, этого я устранил, задачу выполнил. А дальше что? О, достижение получено, не царапин. Как это не царапин, когда меня столько раз убивали? Учитель, прости, я не успела. Надо было действовать быстрее. Я могла остановить Жан Юна, я могла защитить шкатулку. Какой прок вместе, если я теряю тех, кто мне дорог? Да, месть она такая. Мстишь и что-то при этом еще больше теряешь. Я могла бы спасти тебя. Нет, так-то печально, конечно, все закончилось, но главное, справился. И меня удивило вот это достижение в плей. Не царапин. Как так не царапин, когда я, блин, столько раз умирал и перепроходил по новой? Может, они это не учитывают? Ну, понятно, что они это не учитывают. Ну, а как иначе-то? Ладно. Уровень пройден. Пройден так-то, в принципе, неплохо. Очки синхронизации есть, осколки они все собраны, сундуки собраны. Быстрое освобождение из захвата какое-то непонятное получили. Ускоренный взлом. Вот это ускоренный взлом. А, это взлом вот этих вот дверей как раз, в которые можно спрятаться. Вот, наверное, что имелось в виду. Но это хорошо. Так. Увеличить максимальный запас энергии Хеликс у Шао Цзи. Ну что ж, уровень пройден. Жаль Ван Линмина, конечно. Но что сделаешь? Это ему не мы придумали, сюжет такой. Тут уж как бы я не торопился, а все равно походу не успел бы, я думал. В любом случае, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.